Козявин из 5Б возвращался из школы домой. Он был толстый и рыжий, но это пустяк. Главное, он был живой. Витя шарко я шел через мертвый пустырь и под ноги себе глядел. Он консервные банки пинал ваш вагон и не знал, что его удел. Короткая жизнь, долгая смерть. Короткая жизнь, долгая смерть. На краю пустыря он увидел двоих, и один попросил закурить. Витя знал это парни из местных путяк, и он понял, сейчас будут бить. Они били его ногами в живот, а потом об асфальт головой. То ли от скуки, что гложет как червь, то ли просто за то, что живой. Короткая жизнь, долгая смерть. Короткая жизнь, долгая смерть. Юлька из 5А, но не вспомнит девчонка о нем. Лишь плечами пожмет, не по-детски вздохнет, типа все мы когда-то умрем. На могилку к нему никто не придет, лишь одеревеневшая мать. Отец с друганами, бухая портвейн, будет красноречиво страдать. Короткая жизнь, долгая смерть. Короткая жизнь, долгая смерть. В городе дом, где супер нефть и завод. Экология просто говно. Но токсический мститель здесь не живет. Он встречается только в кино. Витя Козявин из 5Б никогда не вернется домой. И не будет отчен, потому что судьбе так нравится быть слепой.